Итак, девочки, я провязала 10 рядов и поменяла место съемки, потому что у меня вот эта вот бандура не помещается на стол, поэтому я буду снимать здесь, как вязала и другие игрушки уже, мне так удобней, потому что они будут лежать у меня на колени, и я тогда вижу вообще, что делаю. Итак, девчат, провязала эти 10 рядов, и один ряд я хочу провязать еще к тому же, без изменений, вот идет как начало, вот этим цветом начало кофточки, да? Итак, я сделаю здесь смену нити, и также я вяжу за заднюю стенку, потому что буду делать потом обвязку вот такой. Для этого я сделаю здесь сбоку так, как я делаю всегда, потому что мне нужны будут эти пару петелек за заднюю стеночку. Сейчас. Так, беру эту, вытягиваю, эти две нитки ложу на работу и провязываю один ряд без изменения за заднюю стенку. Так. Я всегда где-нибудь там три петельки провяжу, закреплю их, потом в туловище прячу. Итак, здесь даже лучше свет. Провязываем весь ряд за заднюю стенку. Да? Итак, девочки, я провязала этот ряд. И теперь мы должны один ряд провязать с убавками. 10 столбиков, убавка, и так 6 раз. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И делаем одну убавку. Далее точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 и делаем одну убавку. Вот так вяжем до конца ряда, да? 10 столбиков, убавка. И мы выйдем с вами на 66 столбиков. Когда мы этот ряд с убавками провяжем, вяжем 3 ряда без изменений. Кстати, я вам хотела показать, я так люблю этот цвет. Вообще все, что зеленое, салатовое. Я на днях связала зайку. Она у меня в заказе была из этого цвета. Смотрите, какая красивая получилась. У нее такая мордаха офигенная. Блин, свет плохо падает. Вся вот в этом цвете. Персик такой. Так, кстати, у этого бегемота у меня получается очень хороший животик. Только вот мы ее когда заполним, да, очень хороший. И вот здесь прям под кофточкой я утяжку такую сделаю для пупика. Сделаю насквозь, на пупец. На пупец мы вот так сюда утянем тоже, чтобы у него такая маленькая, такая, как она называется, господи, стрелочка была красивая. И отсюда хвостик. Ах! Секси, секси, бэйби. Вот так. Короче, вяжем до конца убавки и 3 ряда без изменений, да? Мы вязали 10 столбиков убавкой, так 6 раз, а то я вас забиваю всегда с толку своей болтовнёй. Итак, девочки, я провязала этот ряд с убавками. 10 столбиков убавка 6 раз и 3 ряда наверх без изменений. Потом сделала обвязку, да? Получается вот так у меня примерно. Теперь мы делаем аналогичные убавки
Начинаем 9 столбиков, убавка, так 6 раз, весь ряд, да? 3 ряда потом без изменений. Следующий ряд идет 8 столбиков, убавка, и так 6 раз, и потом 3 ряда без изменений. И последний ряд с убавками – это 7 столбиков, убавка, так 6 раз, и биты 1 ряд без изменений. Окей? Потом мы с вами встретимся тут, потому что надо будет нам ввязывать руки. Окей? Good. Итак, девочки, я провязала сейчас эти ряды, набила его ватой, но еще не полностью все правильно рассортировала, но уже более-менее видно. Итак, мы с вами остановились на ряду, где мы сделали 7 столбиков убавкой, так 6 раз, и потом провязали один ряд. Я там дальше схемку посмотрела, там еще продолжаются убавки просто на другом листочке. Поэтому мы сейчас вяжем таким методом. Мы провязали 7 столбиков убавка, 6 раз, и провязали один ряд. Провяжем сейчас, пожалуйста, еще один ряд. Потом мы с вами провязываем 6 столбиков убавка, так 6 раз, и провязываем 2 ряда. После этого мы увидимся с вами опять здесь. Итак, я провязала сейчас эти ряды, и у меня в данный момент 42 столбика. Вот, вот так оно выглядит. Теперь мы еще вяжем 2 ряда с убавками, и на этом все. Для этого мы сейчас с вами вяжем 5 столбиков убавка, и так 6 раз, потом 1 ряд без изменений, и 4 столбика убавка, и так 6 раз, и 1 ряд без изменений, а потом уже ввязываем ручки. Итак, девочки, у меня сейчас здесь 30 столбиков, я еще нормально не заполняла ватой, да, у меня здесь там кусок, это я сделаю, когда уже ручки сейчас ввяжу. Вот, я люблю, чтобы у меня все было гладенько, но в данный момент видно, что кусками все забито. Итак, нам нужно будет сейчас ввязывать ручки. Самое главное, вам сейчас, вот посмотрите тело, чтобы вы вот эта вот середина, и 7 столбиков вот здесь были прям ровно посередине, потому что от начала одной руки, да, провязывая ее до конца, и до конца другой руки. Короче, вот это расстояние между двумя руками должно быть 7 столбиков. Да, поэтому вот смотрите, если я, например, сейчас здесь стою, я отсчитываю отсюда 7 столбиков, 2, 4, 6, 7, то получается здесь у меня заканчивается рука, а здесь рука начинается. И это должно быть ровно, чтобы это все было симметрично, понимаете? Выберите себе место, вот, например, туловище идет. Если я возьму, например, вот эти серединные 7 столбиков. Я думаю, что мне еще надо один провязать. Даже не знаю, как правильно это объяснить, серединные 7 столбиков. 2, 4, 6, 7. Вот. Начинается здесь одна рука, и здесь одна заканчивается. Получается все правильно, да? Это получается, что сейчас вот эта рука вот так вот будет. Так, где вторая? Господи, у меня здесь, если бы видели, свинарник такой. Добралась до зала теперь. 2, 4, 6, 7. Вот так вот одна, и вот так вот вторая. Вот так вот, смотрите, должно быть это все ровно. Вы поняли, да? Вот. Итак, я нашла эту точку, где это должно быть. Теперь я... так. Беру руку, ложу ее так к телу, чтобы вот она прилегала к телу, как положено, да? Левую, смотрите, обратите внимание. Так, и привязываю теперь 7 столбиков от руки к телу. Вот возьмите так вот, поделите. И возьмите вот эту вот первую петлю, я бы сказала. Вот так. И теперь ввязываете петля от руки, петля от тела. И так 7 петель или 7 столбиков. Раз, два, три,
4. Пять, шесть и последнюю петлю, 7. Вот одну руку мы вот так вязали. Дальше мы с вами вяжем 8 столбиков. Так, как бы мне его держать? 8 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, теперь будем вязывать следующую руку, также 7 столбиков. Так, вот моя рука. Также я ее складываю, чтобы вот она лежала, как положено. Захватываю эту петлю и беру, ну пусть это будет первая, так. И теперь провязываем тело и руку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть и семь. Теперь у нас здесь должно остаться 7 столбиков. И должно быть все симметрично. Раз, два, три, четыре. 5, 6 и 7. Следующий ряд мы вяжем 1 столбик. У нас здесь остается 1 столбик. И потом мы провязываем 9 столбиков по руке. Вот мы прям берем так и провязываем, да? 9 столбиков по руке мы провязываем. И 8 столбиков по телу. Да, провяжите это сами, я сейчас приду, мне там горит. 9 столбиков по руке и 8 столбиков по телу. Я сейчас приду. Так, я опять с вами. Так, мы провязали здесь 9 столбиков по руке, 8 столбиков по телу. И провязываем здесь опять 9 столбиков по руке. Я зацеплю вот эту, да, и первую зацеплю как положено. И вместе их уберу, чтобы здесь дырок не было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И сделаю 9 вместе с телом, да? Прям куда вот мы руку ввязывали в самом начале, девочки. Тогда дырочек не будет. Так, это была 9. Вот, и по схеме остается еще 7 столбиков по телу. Так, 2, 4, 6, 7. Раз. Девочки, у меня тут такие звуки остаются. 2. Мы живем. 3, 4, 5, 6. Я когда в комнате делаю видео, да, у меня все закрыто, и звуков никаких не слышно. А когда я здесь в зале сижу, у меня один сверху живет, другой в соседней комнате. Один в туалет сходил, другой холодильник обхлопнул. Смотрите, какая красота, девчонки. Вот. Теперь осталось мне только это ватой все заполнить, и у нас будет готово. Здесь сейчас нужно будет еще один ряд сделать с убавками. У нас сейчас в данный момент должно быть 34 столбика. Вот, и здесь идут ряд убавок. И вы знаете, она полностью, да, убавляет до конца, полностью закрывает туловище, и потом на закрытое туловище пришивается голова.
Но я полностью так делать не хочу, потому что я хочу вставить сустав. У меня есть вот такой большой сустав, 6 сантиметров. Хочу его сюда вставить и полностью потом закрыть. Да? Но перед этим мы сделаем сейчас еще пару убавочек. Итак, я вам покажу, как это делается. Мы делаем... Так, одну убавку. Делаем 7 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Теперь мы делаем опять одну убавку. Видно, девочки, вам? Реально тяжело, да? Он не маленький. И вяжем 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, теперь делаем опять одну убавку. И вяжем 7 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь делаем одну убавку и вяжем 6 столбиков. Три, четыре, пять и шесть. Вот такое туловище получается. Так, ну что, я сделала бы сейчас еще один ряд с убавками, да, еще один. Руки я больше заполнять не буду, у меня до сюда они. Я хочу, чтобы они так прилегали к телу, туда они не будут торчать. Вот, я еще один сделала ряд с убавками. А вы в таком темпе, вот как мы сейчас убавляли, убавки убавляются, вот делается только вот тут по бокам. Убавляете до конца. Или я не советую до конца убавлять, потому что она делает вместе с проволокой, да, и она, проволока цепляется к голове и все такое. Я вам советую сейчас со мной еще один ряд с убавками сделать, у кого нету суставов, и оставить так открытым. И вам легче потом будут вот эти петли пришить вместе с головой, понимаете? У вас остается здесь круг, и к голове вы можете пришить эту голову. Вам будет за что цеплять. Вот. А мне придется, у кого есть суставы, то вы просто ставите сустав туда внутрь и полностью закрываете. Абсолютно. Я сейчас сделаю еще один ряд с убавками, да, чтобы немножко еще уменьшить эту дырочку. Вот. Для этого я делаю опять в углу одну убавку. Потом провязываю 6 столбиков. Теперь делаю опять одну убавку и провязываю 5 столбиков. Теперь делаю опять убавку, 6 столбиков, и делаю опять одну убавку и провязываю 5 столбиков. У меня нитка закончилась. Вот, провязываю 5 столбиков, и больше убавки я делать не буду, и вам не советую. Набивайте все хорошо ватой, да, чтобы она такая кругленькая была. Я сейчас вот отсюда набью полностью ватой и оставим так ее открытой. У кого нету суставов, вы просто вяжете голову, прикладываете к телу и захватываете нитки, пришиваете ее.
Вот. У кого есть сустав, наполняете ватой, ложите внутрь сустав и полностью просто закрываете петлями, чтобы сустав был закрыт, только штырь торчал. Окей? Окей. И потом мы начнем с вами вязать тогда голову. Красиво получается. Мне нравится этот пирожок. Смотрите, какое красивое тело. Такое необычное. Даже я бы сказала, вот сюда бы еще голову простую круглую, и вот вам кукла большая. Не обязательно бегемот. Простую круглую голову и пришили ее, и можете использовать как куклу. Но мы свяжем бегемота. Итак, девочки, смотрите, я заполнила ватой пропорционально, как могла, да? Игрушка, когда большая, ее тоже не так легко заполнять, чтобы она прям вся была суперски гладкая. Ну, невозможно это. Вот. И вот так она у меня сейчас смотрится. Такая большая. Смотрите, какая она красивая. И вот этот вот наряд мне нравится, то, что он без штанишков просто идет как в кофточке. Все подходит друг к другу. Теперь можно будет вставлять ему вот сюда шайбочку. Вот. И у меня есть вот такие вот суставы. Они 6 сантиметров. Я заполнила ватой. Вот этот сустав вставляется сюда внутрь. Вот так. И теперь он полностью закрывается. Я сейчас буду делать только сплошные убавки, да, чтобы его полностью закрыть. И потом на этот сустав я хочу садить голову. Я надеюсь, что голова будет держаться, потому что голова очень большая. Я попробую с этим суставом. Если она держаться не будет, то я ее еще и к тому же пришью. Если она будет у меня очень сильно болтаться, да, потому что я не уверена 100%, что этот сустав хватит. Если она будет сильно болтаться, то я еще ее пришью. А так я сейчас, вот, если у вас есть такой сустав, просто берете и закрываете. Я сейчас буду каждую петельку. Это Лиза моя пришла. Эй. Так. Теперь я буду просто каждые две петельки убирать. И все. До тех пор буду убирать, пока я все петли эти не закрою. Остаться только должен этот штырь. И сейчас по кругу вот так вот уберу, а потом возьму и стяну иголкой цыганской остальные петли. Вот так. Вот так, девочки. Кто использует такой сустав, делайте, как я. Делай, как я. Эй, как на песне? Блин, столько лет этой песни. Прям в голову сейчас пришла. Эй, подруга. Или как? Эй, подруга, посмотри на меня. Это какие года были? 80-е, это когда я родилась. Делай, как я. Делай, как я. Девочки, знаете, я хочу на дискотеку. У нас все закрыто, сволочи, блин, долбаная корона. Я просто на дискотеку какую-нибудь поехала, честное слово. Вот как откроют, я оторвусь по полной, вместе с текилой, отвечаю, или с абсолютом. А потом на следующий день вызывайте скорую. Потому что я вообще не пью. Но стоит мне 2-3 рюмочки выпить, все. На следующий день я лежу пластом. Это так редко у меня, я вообще не могу пить. Почему? Тут у меня аллергия на алкоголь. Лучше бы у меня аллергия была на что-нибудь другое, отвечаю. Блин, ну в принципе хорошо. Бог знает, где уберечь надо. Вот, ну что тут. Эй, подруга, посмотри на меня. Блин, песня в голову. Как придет что-нибудь в голову, ну вообще. Так. Все, наверное. Или еще убрать. Просто вот убавить их. И все. Да, девочки. Теперь я просто нитку подлиннее оставлю. И затяну. Потому что у меня нет желания это еще сейчас здесь обвязывать, завязывать. И достаточно. Потому что если голова сядет на такой сустав, она вот это все абсолютно придавит. Да, я сейчас просто с цыганской иголкой это все так соберу и затяну к этому штырю. Ну и все, смотрите. Красота. Что могу сказать? Шнукальхен, немцы бы сказали. Сюда я еще найду вот такие пуговицы и пришью ему раз, два, три. Или может две, потому что у него морда-то большая, она может закрыть эту часть. Раз, два.
Здесь я хочу прям вот здесь вот пупик ему так сделать. Если у меня получится утянуть попец. Я не думаю, что получится, потому что я очень туго набиваю. Я не люблю, когда игрушки, извините за выражение, как сопля болтаются. Не люблю. Они теряют форму, они потом некрасивые, и один раз постираешь, их можно выкидывать. Я люблю, чтобы они были набиты очень плотно. Тогда они при стирке или еще что-то не будут терять формы. А может быть, даже утягивать не буду, потому что чувствует моя пятая точка, что здесь фиг чего утянешь. Он такой у нас пухлячок. Мужичок. Красота. Так, Лилия, мне очень нравится, спасибо. Очень. Так, девочки, теперь я могу перейти опять в свою комнату и начнем вязать голову и все, что касается головы. Окей? Итак, девочки, дальше вяжем голову. Для этого набираем 14 воздушных петель. Теперь со второй отсюда мы вяжем с вами 12 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 9 10 11 12. В последнюю петлю делаем 3 столбика. Раз, два, три. Работу переворачиваем и вяжем далее 11 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, и в последнюю мы делаем одну прибавку. Ставьте себе здесь маркер, да, здесь начало ряда. Следующий ряд, у нас сейчас здесь с вами 28 столбиков. Далее мы вяжем прибавку, вот эту петлю первую. Прибавка. Теперь мы вяжем 11 столбиков. И в конце 3 прибавки, да? Давайте провяжем 11 столбиков. Вот 11 столбиков, и теперь делаем 3 прибавки. 1, 2, 3. И теперь мы вяжем опять 11 столбиков. И в конце мы делаем 2 прибавки. 1 прибавка и 2. Вот. Теперь сюда я себе поставлю маркер, потому что я в таких вещах всегда путаюсь. Следующий ряд. Мы вяжем 1 столбик, 1 прибавка, 1 столбик, 1 прибавка и потом 11 столбиков, да? 1 столбик, 1 прибавка,
И теперь 11 столбиков. Провязали 11. Теперь мы делаем 1 столбик, 1 прибавка. И так 3 раза. 1 столбик, 1 прибавка. Столбик, прибавка. И теперь провязываем 11 столбиков. И в конце у нас остается 1 столбик, 1 прибавка, 1 столбик, 1 прибавка. Вот, у нас сейчас с вами 40 столбиков. Следующий ряд. Ой, как у меня хорошо получается, прям как цак-цак. Я же не привыкла так говорить отчетами прям такими. Я люблю болтать, между прочим. Ну, ладно, не будем. Здесь болтать нельзя, девчат. Если здесь морда будет клевая, это все. Наш мачо-мен испортится. Он такой красивый получается. Я лучше молчу. Следующий ряд. 2 столбика. Прибавка. И также вяжем 11 столбиков. И потом здесь мы вяжем 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. Да? И также 11 столбиков. Ну, давайте провяжем сейчас 11 столбиков. И теперь мы вяжем 2 столбика, прибавка. 2 столбика, прибавка. Еще раз. 2 столбика и прибавка. Теперь мы вяжем опять 11 столбиков. И в конце у нас остается опять 2 столбика, прибавка и 2 столбика, прибавка. Так, ряд закончили. Следующий ряд мы вяжем. У нас сейчас с вами 46 столбиков. И теперь мы вяжем с вами 2 ряда без изменений. 5 и 6 ряд это получается. Вяжем 2 ряда без изменений, 46 столбиков. Итак, я 2 ряда провязала, 46 столбиков. Вяжем дальше. Так. Теперь мы вяжем с вами 3 столбика. Так, ну посмотри, чтобы я совпала здесь, да? Раз, два, три и прибавка. Потом мы вяжем 11 столбиков. И теперь мы вяжем 3 столбика прибавка 3 раза. Раз, два, три, прибавка. Раз, два, три, прибавка. И еще раз. Раз, два, три, прибавка. Так, теперь вяжем 11 столбиков и потом 3 столбика прибавка и так 2 раза. Да? 11 столбиков, 3 столбика прибавка, 3 столбика прибавка. У нас сейчас с вами 52 столбика, и мы вяжем 2 ряда без изменений 52 столбика. Итак, я связала эти 2 ряда, теперь мы делаем дальше прибавки. Вяжем 4 столбика. Делаем 1 прибавку. Потом вяжем 11 столбиков.
Теперь мы вяжем 4 столбика прибавкой, так 3 раза. И прибавка. Раз, два, три, четыре. Прибавка. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И прибавка. Теперь вяжем до конца еще 11 столбиков, да? 11 столбиков, и в конце мы вяжем 4 столбика прибавка, и так 2 раза. И ряд у нас закончится, да? 11 столбиков, 4 столбика прибавка, и так 2 раза. У нас с вами сейчас в данный момент 58 столбиков. Вот, и мы вяжем 58 столбиков без изменения один ряд. Итак, я провязала 58 столбиков один ряд. Теперь мы делаем один ряд с прибавками и потом вяжем 6 рядов без изменения. Итак, мы вяжем с вами 28 столбиков прибавка. И так 2 раза, да? Провязываем сперва 28 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 26, 27, 28. И делаем здесь одну прибавку. Теперь мы опять провязываем 28 столбиков и в конце делаем одну прибавку. И потом вяжем 6 рядов без изменений. Итак, девочки, я провязала 6 рядов. Следующий ряд мы делаем убавки. И он вяжется 8 столбиков убавка и так 6 раз. Да? 8 столбиков убавка, 8 столбиков убавка и так весь ряд. 6 раз. У нас с вами будет 54 столбика. И потом мы вяжем один ряд без изменения 54 столбика. Итак, девочки, я провязала один ряд 54 столбика. И теперь мы делаем убавки. Мы делаем убавки, пока не дойдем до 30 столбиков. Я сейчас вам покажу. Вот смотрите, мы провязали 54 столбика, да? И теперь мы делаем вот эти убавочки. Мы вяжем первый ряд, или вернее сейчас, 7 столбиков убавка, так 6 раз, потом ряд 6 столбиков убавка 6 раз, 5 столбиков убавка 6 раз и 4 столбика убавка 6 раз. Мы сделаем 4 ряда с этими убавками, пока у нас не будет 30 столбиков. Как только мы это провяжем, потом опять с вами увидимся, да? Вот, ну на вязке, я думаю, вы понимаете, как это. Сперва начинаем с 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 7, убавка, 7, убавка. И так весь ряд. И так мы вяжем убавки до того ряда, пока мы не провяжем 4 столбика убавка. И так 6 раз. А потом встретимся здесь. Итак, девочки, я сделала убавки. У меня сейчас в данный момент 30 столбиков, да? Вот. Ну, нужно наполнять ватой, я пока еще оставлю, мне так проще вязать. Вы можете заполнить ватой уже. И теперь мы сделаем следующий ряд. Мы сделаем 4 столбика прибавка. Мы сейчас, последний ряд у нас был 4 столбика убавка, и так 6 раз. Мы вышли на 30 столбиков, да? Сейчас мы вяжем 4 столбика прибавка. 4 раза будут вязаться за переднюю стенку петель. И потом 4 столбика прибавка 2 раза за обе стеночки.
Так, это значит, передняя стенка, вот у нас петелька, да? Вот, вот она петля, вот это вот задняя, это вот передняя, это задняя, а это передняя. Нам нужно сейчас в данный момент вязать 4 столбика прибавка 4 раза за переднюю, только за переднюю стеночку. Мы берем только за переднюю. Раз, два, три, четыре. И теперь делаем прибавку. Это было раз, а у нас так 4 раза. Тяжеловато немножко захватывать эти петельки. Раз. Два. Три. Четыре. И теперь делаем прибавку. Это было 2 раза. Раз. Два. Три. Четыре. Это прибавка. Это 3 раза. И последний раз. Раз, два, три, четыре. И делаем еще прибавку. У меня уже сегодня руки болят от крючка, если честно. Я сегодня как 11:30, да что такое прибавка, да? Как 11:30 дня села завязку, и вот сейчас время уже 11 вечера. Так охота довязать его. Знаете, почему за переднюю стенку? Смотрите, что получается. Он автоматически, вот эта вот морда у него впереди. Сейчас мы будем делать прибавление для задней вот этой головы. Автоматически у него она идет наверх. Будет очень красиво. Если честно, за 10 лет я первый раз вижу такую технику за переднюю стеночку, чтобы голова подымалась. Обычно всегда соединительными столбиками как-то делаешь, чтобы выделить эту линию. Класс, что-то нового научилась. Так, связали. И теперь у нас остается еще 4 столбика прибавка 2 раза. Ну, нормально за обе стеночки, да? Вяжем насквозь. Раз. Два, три, четыре и прибавка. Раз, два, три, четыре и прибавка. У нас сейчас с вами 36 столбиков. Ой, красиво как, а? Кстати, я приложила к телу все пропорционально так. Вообще, если честно, слоны, бегемоты, получается шикарный. Девочки, мне так нравится его тело. Хорошо, что там я нижние ряды сделала чуть больше, за место 2 рядов, как по схеме я сделала 3 ряда, да? 2 ряда, по-моему, я так сделала. Она немножко увеличилась, тело. Прям красиво смотрится. Я на него смотрю, лежит там чморик на кровати. Поэтому у меня, понимаете, у меня сейчас не терпёж довязать это. Я не могу сейчас спать, лечь, потому что мне охота его доделать. Я хочу уже посмотреть ему морду и сказать: «Здравствуй, милый. Я тебя ждала. Как долго я тебя ждала, да?» Ой, девочки, крыша едет. Итак, вяжем дальше. Теперь мы делаем прибавки пару рядов. Мы делаем 2 ряда с прибавками, 5 столбиков, прибавка и так 6 раз. И потом вяжем 1 ряд, 6 столбиков, прибавка и так 6 раз. И потом мы вяжем с вами 48 столбиков, 8 рядов. Окей? Сейчас мы делаем 5 столбиков прибавка 6 раз, 1 ряд. Потом 6 столбиков прибавка 6 раз, 2 ряд. И вяжем 8 рядов, 48 столбиков.
Я уже посмотрела примерно, какие глазки, и всякую фурнитуру просмотрела у себя, но я пока сделала альтернативу. Ну, вернее, я нашла вот такие глаза, зеленые, потому что у него зеленая одежда, она будет сюда подходить, 18 миллиметров. Вот на этих я остановлюсь. Итак, делаем два ряда с этими прибавками и вяжем потом 8 рядов без изменений, и потом посмотрим, как мы ее цеплять будем, голову. У автора голова тоже идет на проволоке, и она может эту голову вперед немного, как знаете, согнуть, чтобы голова вперед смотрела, а он будет ложиться прям на шею, чтобы не получилось так, что он как-то наверх будет смотреть, да? Надо будет смотреть, как мне ее правильно прицепить. Я примерно сейчас приложила, посмотрела. Да, тут есть свой смысл, почему она делает это с каркаса, потому что ты можешь голову гнуть вперед, да? А если мы ее будем сейчас правильно прям на сустав садить, где шея, то он будет глазами смотреть в небо. Хотелось бы, чтобы голова была немножко вперед и чтобы ты ему в глаза мог смотреть, понимаете? Ну, посмотрим, как будет смотреться. Посмотрим, да? Сейчас делаем эти прибавки и вяжем 8 рядов без изменений. Итак, девочки, провязала я эти ряды. Глазки здесь вот так вот смотрятся. Я их сейчас закреплю. Так. Теперь нам надо будет просто делать убавки, закрывать эту голову. Начиная с 6 столбиков убавка и так 6 раз и так далее, да? Но тот, кто вязал сейчас суставами, мы сейчас будем смотреть, как мы эту голову прицепим, потому что все красиво, но вот именно так, как я хотела, так, как я запланировала, наверное, здесь 100% не получится. Мне бы хотелось, чтобы голова вот так вот смотрела, но на сустав садить мне надо ее ровно. Получается, морда смотрит наверх. Это то, что я переживаю. Я хочу, чтобы она вот так смотрела. Что будем делать? Даже себе представить не могу. Так. Девочки, те, кто голову пришивает, пришивается она именно вот в этом районе, да? Вот именно. И также я ее буду крепить. Я ищу вот так половину, и именно сюда, в середину, я ее буду садить, на этот шарнир. Она вот так вот садится, да? И внутри ложится крепление, придавливается, и потом голова может крутиться. Вот так я ее закреплю. Я сейчас это в камеру, к сожалению, показать не могу, но здесь техника простая. Просто прокалываю насквозь, потом беру вот эту вот шайбу. Так, я еще знала, где она. Ой, девочки, время уже второй час ночи. Сейчас, подождите. Вот, смотрите, вот эта вот шайба, она ложится сюда внутрь, вот туда. И когда прокалывается, она насквозь садится. Для этого мне нужна сила, мне, да, чтобы я могла его в руки взять и хорошо это прищелкнуть. Вот. Тот, кто это не использует, вы просто заполняете ватой и начинаете делать убавки. 6 столбиков убавка, 6 столбиков убавка, так ряд. Потом 5 столбиков убавка и так далее. Голова закрывается, наполняем ее плотно, чтобы она такая кругленькая была, да? И потом пришиваем ее к телу. Так, давайте вот это сейчас крепим. Вот. Или вернее, да, мы это крепим самостоятельно, а с вами сейчас мы свяжем еще ушки, хвостик и ноздри. И на этом наш бегемот будет готов. В принципе, останется вам потом его собрать только и все. У кого есть желание, тот может еще брови вышить. Как брови вышивать, вы знаете. Я на каждой игрушке это показываю, да? Посмотрим. Итак, давайте сейчас с вами свяжем еще ушки и брови с хвостиком. Нет, вернее, ноздри. Ноздри, ушки
и хвостик мы еще свяжем, и потом будем его самостоятельно собирать. В принципе, здесь только осталось или пришить, или посадить на сустав. Вяжем ушки. Для этого я беру светло-розовую пряжу, делаю кольцо амигуруми и вывязываем с вами 6 столбиков. Затягиваем и вяжем теперь каждый столбик прибавку. Это я провяжу вместе. Эту ниточку я вместе провяжу, чтобы она у меня без проблем потом отрезалась, да? Это вот положим ее на работу и вяжем. Каждый столбик прибавку. Три. Четыре. Пять. И 6. Теперь вяжем один столбик, одна прибавка, один столбик, одна прибавка, и так 6 раз. Теперь мы меняем нить на коричневую и провязываем просто один ряд без изменений. Конечно же, можно ушки такие двойные сделать, когда вы вяжете один из коричневой пряжи, кружок, и один из розовой, и потом вместе их соединяете. Вот. Тогда у вас получается задняя часть вся коричневая, а внутри розовая. Тоже очень красиво. Но это такой простой метод. Вот. Вот это потом можно все пообрезать. И вот такие у вас получаются ушки. И они на голове будут очень хорошо смотреться, да? Вот вяжем таких 2 штуки. Теперь вяжем ноздри. Также берем розовую пряжу. Делаем, я бы сказала, не 6 столбиков, а 5. Давайте возьмем. Раз, два, 3, 4, 5. Затягиваем. Убитая. Иногда она так хорошо затягивается. Так. И теперь мы провяжем в
каждый столбик прибавку, но из коричневой пряжи. И также я бы вот эту тоже нитку провязала, да, чтобы она не распускалась. Берем коричневую. Здесь тогда получается очень много ниток, чтобы провязывать. И вяжем прибавки. Раз. Два. Три. Четыре. И 5. Здесь мы делали соединительную просто петлю, да, или не соединительную, а соединяли. Поэтому здесь мы провяжем, если у кого-то такое есть, один просто столбик. И делаем соединительную петлю. Вот, я эти ноздри, вот это вот все пообрезаю, и я их пришивать не буду, а аккуратно капельку клея сделаю и посажу их вот так вот на горячий клей. Вот. Сейчас посмотрю вообще, как они на морде смотреться будут. Автор вяжет просто цепочку, да? Вяжется просто цепочка из воздушных петель вот этого цвета и ложится на морду и пришивается. Мне захотелось именно вот это вот розовое скомбинировать вместе с ушками. Так, где его морда? Вот. Как-то надо немножко ее так положить, да, чтобы она не сильно такая длинная была, как у утки. И вот эти вот ноздри, они вот так вот сверху ложатся. Вот так. Не сильно низко, да? Вот, чтобы глазки так можно было видеть. Вот такие вот две штучки. Сюда одну и сюда одну. Девочки, они будут очень красиво смотреться вместе вот с такими ушками. Вот, вяжем вот таких две штучки, вот таких две штучки. Когда вы морду эту полностью закроете, да, набьете ватой, эти ушки вы пришьете. Эти ноздри тут пришивать, ну, я не знаю, я не парюсь всегда этим. Беру просто на горячий клей капнул и хорошо придавил, и они насмерть. Они никуда не денутся, приклеила их, и все. Вот, что еще? Хвостик давайте еще свяжем. И на этом будет наш бегемот готов. Хвостик вяжется очень просто, девочки. Берете колечко амигуруми. Делаете раз, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваете и вяжете, девочки, нужную вам длину. Хвостик должен быть узенький, он у них всегда такой маленький. Просто вяжите по кругу столько, сколько вам нужно. По-моему, я в схеме даже не нашла хвостик. Но у меня у всех бегемотов один и тот же хвост. Просто такая трубочка. Ничем ее заполнять не нужно. Вяжите сколько вам надо. Потом пришьете его просто и все. Да? По кругу вяжите вам нужную длину.
Получается вот такая трубочка. В принципе, они где-то вот такие вот маленькие. Красиво будет, если, ну, туда есть такая пушистая проволока засунуть. Но я бы не стала уже, раз он весь без проволоки, то оставить так, как он есть. И пусть он просто у него висит. Такая пипка масенькая. Все, вот это был бы хвост. Итак, на этом, в принципе, наш бегемот готов. Нам осталось только его собрать. Вы пришиваете голову. Голова пришивается, как я уже говорила, вот в этой части, да? Или вы пришиваете, или вы садите его на сустав. Закрываете это все. Пришиваете сюда ушки. Вот. Вот так они идут по бокам. Не сильно по бокам, то будет как медведь смотреться. Немножко повыше. Они, по-моему, у них торчат всегда. И ноздри или пришиваете, или приклеиваете не сильно низко, чуть повыше сюда. У кого есть желание, вы можете сделать черные брови, вышить, да? Вот. Но и то очень красиво вышить вот этой ниткой, девочки, брови вот так над глазом. Очень красиво. Я думаю, если я... Вы знаете, вот эту вот мимику, морду, да, его, мы сделаем с вами вместе, когда я посажу голову, когда я пришью ушки. Потом я обязательно покажу, я думаю, что я ему сделаю вот такие вот веки. Он такой прям, ну, красиво смотрится, мне нравится. Просто брать нитку, ввести ее где-нибудь в шее, приложить на глаз, потом вколоть здесь, вывести здесь и приложить на этот глаз. И он получится такой прям весь аж. Такой крутой. Ну, не знаю, как еще сказать. А девочки красиво также сделать, да, но перед тем, как сделать, приклеить сперва ресницы, а потом наверх, сзади ресниц, приклеить вот эти вот веки. Тоже очень красиво смотрится, что у нее из-под век, потом вот такие реснички. Это я буду на немецком делать, и я думаю, что я сделаю обязательно с ресничками под этими веками. Очень красиво. Или же использовать веки. Есть веки специальные. Вот. Глазки, веки засовываются, потом получается веки, и в веки туда наклеить реснички, которые так будут выходить. Окей, девчат. Сегодня я весь день потратила на этого бегемота, но мне он очень нравится, оно этого стоило. Я не знаю, смогу ли я сейчас еще что-то делать, мне кажется, нет. Мне кажется, я сейчас пойду в Атрубон. Вот, завтра утром у меня еще есть время, я думаю, что пораньше встану, но это дело закончу. Я вам потом покажу и сразу же выставлю в течение дня. Вот. Следующее видео, что у меня будет, это будет дельфин. Будет у меня еще такая смешная единорожка. Потом у меня еще есть медведь, у меня есть цыпленок. У меня есть олень. Рождественские. Короче, много чего есть. Будем вязать. Спокойной ночи всем. Девочки, всем привет, всем доброе утро. Я, конечно, вчера жару дала. Я, по-моему, вчера, наверное, в 3 часа спать легла и не успокоилась, пока его не доделала. Потому что он у меня такой офигенный получался. Вот, а сейчас нет, чтобы спать. Время 8:30. Я не могу, хочу его выставить, но потому что он такой офигенный, девчат, правда. Он получился у меня 50 сантиметров. Я посадила эту голову на шарнир. Потом я пришила ушки. И от ушей у меня осталась еще нитка. Эту нитку я провела прямо над глазами. Вот, видно, да? Потом я взяла черную нить и вышила ему просто пару бров. Бровей. Вот. Я сейчас сплю, у меня язык заплетается. Вот, просто он у меня Инстаграм взорвал, я еще туда не заходила. И уже все пишут, ну когда будет видео, поэтому думаю, ладно, поставлю, пусть обрабатывается, тоже длится, да. Ноздри я ему приклеила. Я люблю, чтобы они вот так вот немножко торчали, я просто капнула горячий клей и приклеила их. Голова у него сидит на шарнире, она крутится вокруг. Я сейчас его трогать не буду, потому что он упадет, девчат, у меня он на подушке стоит. Вот, хвостики я ему тоже пришила, у него есть такой маленький. Писюлька такая, он там торчит. Вот. Но он Шарапов получился. С такой офигенной мордой. Короче, хочу сказать огромное спасибо Лиле из Какова. Вязать его было одно удовольствие. Много изменений я не делала. Я только чуть-чуть удлинила его тело. Для того, чтобы видно было эту рубашечку. Ну и ушки мне так хотелось сделать розовым. Вот. Так что, девочки... Вяжите, пожалуйста, с
удовольствием. Я вас всех очень сильно люблю. Хочу вас поблагодарить за то, что вы у меня есть. Спасибо вам за все, за ваши комментарии, за ваши позитивные сообщения, за ваше общение на Инстаграме, на Одноклассниках. Я не знаю, как еще выразить то, что я испытываю в данный момент. Хорошо, что вы у меня есть. И хорошо, что я у вас есть. Без этого никак. Вот. Так что всем я желаю легких петелек. Самое главное, не болейте, пожалуйста. Любите друг друга. И всем пока. До следующего раза.